Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности божество за Вьетнам проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым патчем и в режиме корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им за поддержку. Во вкладке сообщества зайдите, посмотрите. Да, как, кстати, спонсором тоже в описании есть. Там. И вообще под видео большая кнопка спонсировать или join, не знаю, как она у вас называется. Так, тут мне Вавилон грабит районы, это хреново. Этот у меня район был на плюс 6 науки все-таки. И он с этого получил неплохую выгоду, между прочим. Блин, мне это не нравится. Честно говоря, и кельты как-то не особо стремятся с ним воевать. А я тут в это время воюю с Кардиффа, просто хочу его захватить. Что он тут лишний по-хорошему. Ну, это потом. Так, значит, давайте... Ладно, уберу уже здесь метку. Давайте этого поселенца уже поведем сюда. Пока вот в эту сторону. Тут я решу, я надо думать все-таки, два города ставить или один. Ну, выглядит как место на два города. Но тогда мне кажется, что вот этот город все-таки надо как-то ближе к чуду поставить, чуть ли, может, даже на скот, прямо на скот. А здесь тогда освободится место, может быть, на камень поставить город, вот как-то так. Так, это я из столицы хотел уже кому-нибудь на деньги отправить. Сколько у нас, ну, до союзов далековато. Тем более, что я наемников хочу сначала. Ну как, недалековато вообще-то. Если я до 10 вырасту. Но я, видите, не растет из-за довольства. У меня нехватка довольства по-хорошему. И тут слонов надо строить. Сначала. Блин, все как-то... Все как-то не так, как хочется. Все как-то не очень удобно, хотя вроде место нормальное. Но все-таки, мне кажется, стоит кельту отправить. Вот смотрите, давайте сейчас смотреть. По идее, у меня сейчас должно добавиться два производства. Вот у меня сейчас 25,2, да? Ну, точнее, даже меньше, потому что минус 10% будет от недовольства. То есть сейчас два производства где-то должно появиться в городе. Давайте смотреть. Да, 27 стало. И плюс 2 от количества цивилизаций, имеющих торговые пути с этим городом. Это способность Сингапура. Так, ну этот просто ходить может, но я уже стрелял им. Я не буду ходить, укреплюсь. Давайте даже привяжу к этому слонику. Так, вот отсюда бегала в Конг 3. Знаете, я бы отправил в Халонг чисто вот для этой дороги. А, или тут есть дорога, подождите. А, тут есть, тут вон колумбиец. Так, не надо тогда. Тогда давайте... Тоже, наверное, к кельту. Блин, а вот интересно, если я в Венецию отправлю, это будет считаться... Ну, там в Сингапуре написано конкретно другая цивилизация. Просто вот конкретно другая цивилизация. Обычно, когда города-государства, так и пишет, что в другие города-государства можно отправлять. Поэтому я лучше кельту. Вообще, мне бы пойти колумбийца открыть каким-то образом. Договориться с ним, например, об открытых границах и отправить туда... Ну, блин, слоника жалко. Ладно. Эти, конечно, стрельцы и пикинеры очень мне не нравятся, как они тут грабят.
Нет, пожалуй, селитру мы продавать не будем. Ну это смешно. Сколько у него? 402? Это реально смешно. Так, ну мне надо тут как-то... Что-то как-то сделать, блин. Придется этим возвращаться. Блин, а что эта тварь не хочет мириться? Объясните мне. Ага. Хочет на 30 ходов, 38 золота вход. Так, слушайте, давайте мы ему попробуем всучить дипломатические очки. Ну, 35 золота вход хочет. Не, ну это нереально. Хорошо, если мы ему краситель дадим. 31. То есть краситель это 4 золота вход, по его мнению. Ладно. Идет он в попец. Хоть ты с Кардифом мирись. Я не могу, правда, с ним еще 6 ходов только. Через 6 ходов только смогу. Ну, нам надо бежать туда, помогать народу. Биться с супостатами колумбийскими, которые с двумя городами, а уже с тремя городами, в очередной раз объявляют мне войну. Так. Тут надо начинать резко строить стены, потому что 28 это мало. Этого перебрасываем сюда. Будем сейчас там апгрейдиться. Да, и мне надо, видимо, без уже... Ну, просто вот прямо в порох идти и мушкетеров делать, иначе... Ну, то есть, если я сделаю мушкетеров, то эти города просто стоят. Даже против уже Вавилона стоят, во что бы он там ни вышел. Вавилон у нас... Ну, вряд ли в экономике. А, ну да, в нарезных стволах он, типа... Ну, это значит, что Вавилон все тут открыл до этого. Вы же понимаете, что он просто строит селитровую шахту, у него нарезные стволы открываются. И все, он считается, что он там находится. Так, акведук. Слушайте, алисы что дают? Знаете, я вот подумал, что я, наверное, зря здесь... фабрику именно красителей сделал. Я думаю, что тут лис надо было делать. Там лисы что-то крутое дают. По-моему, 20% к золоту. А знаете, чего еще не хватает мне для полного счастья? Чтобы еще кельт объявил мне войну. Давайте-ка мы здесь тоже начнем стены строить. Надо по городам пройтись. И да, производство, но тут нету роста из-за довольства. Тут хай пока растет. Тоже пускай растет. Так, тут все норм. Да, Колумбия меня удивила, честно говоря. Я не думал, что с его развитием он... Ну, хотя, конечно, у него армии как бы 402, а у меня опять 194. Хрен знает, куда девшиеся. Ну, я знаю, тут немножко слил, конечно, с Вавилоном. Он, блин, он катапультой обстреливает мою столицу. Там даже некого, неким брать просто. Так, значит, меняем... Не, ну мне это надо... И это, так, вот это меняем на скидку. Вот так ставим.
Теперь. Я, кстати, закончу здесь движение, чтобы, типа, плюс 2 было к перемещению. Блин, вот это я, наверное, зря сделал. Ну, по идее, не должны убить. Это один арбалет, ваншота не должно быть. Так, значит, Мирия с Кардифом смогу только через 5 ходов. И с Шингетти я тоже, что ли, воюю? Нет, не воюю. Так, я даже не знаю, куда они тут... Сюда пойду, тут встану пока. Да, вот это мне не нравится, что он сейчас будет ломать. Мне придется тут стоять. Наверное, не убиваю. Да, поэтому надо сначала мечниками атаковать. Да, блин. А чё так слабенько? Блин, а как мне починить стены в этом военном лагере? Нет, тут бы слонов. Блин, чё так долго слоны тут строят? Какой-то слабенький этот город вообще без производства. Тут Византия, вот где Карак. Ну, ну конечно, тут вот эта территория, естественно, колумбийцы. Я не знаю, почему он не ставит там города. Мне бы, конечно, стоило оружейную с одной стороны поставить, а с другой я буду тратить на это... время постройки слонов. Мне лучше, естественно, слонов строить. Блин, тут нужен тьен, но без строителей. Давайте сначала строителей. Да, конечно, я очень зря пошел с Кардифом сейчас разбираться. Меня сразу компьютеры наказали. Имеет ли мне смысл в госслужбу идти, если меня не с кем союзы даже будут заключать по-хорошему? Я думаю, средневековые ярмарки вполне норм, тем более мы тут Губера прокачаем. Так, я думал еще предварительно вот сюда Тань ставить. Ну, по идее, не должны мне убить этого дуболома. Тут только арбалет может, да, проатаковать. Что там? А что Великая Колумбия захватила, извините. А, блин, у меня сюда рабочий. Я совсем забыл про него, ё-моё. Так, ну тут в любом случае мы апаем в мечника. Все, этот город... Вот этой армии город этот не берется. Даже без стен. Дальше... Я, наверное, хочу слоном быстрее туда прибежать, поэтому... Делаем вот так.
Ведь он мне перекрыл проход. Чак Еру проходим. У нас еще 4 хода до мира здесь. Вавилон, блин. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Нет? Нет. Нужны ли мне деньги на что? Я могу только апнуть буду вот этого. Ну, мне нужны будут на ап мушкетеры с другой стороны, конечно. Давайте мы этих сюда будем. У него 60 сила. Блин, он тут сейчас будет больно по этому городу бить. Да, слушайте, у меня еще и тут проблемы начинаются. Там даже скорее там больше проблемы, чем здесь. Ой, блин, ну что за управление, Цива, ё-моё. Что с управлением? Блин, и тут, конечно, гениальное решение объявить войну Кардиффу. Испоганило мне все. И мне кажется, тут надо продолжать слонов строить. А я случайно еще генерала не могу получить? Пока нет. А что этот генерал, если не воздействовать, то что он делает? Один уровень, нет, это неинтересно пока. Да, тут строителя слил. Ну, я просто его направил сюда бездумно и забыл. Рынок разграблен, зашибись. Пять ходов до следующей эпохи. Слушайте, ну мне надо как-то... Блин, я даже не знаю, ну что, тут рынок строить пока? Нет, тут боевые слоны 4 хода. Тут у меня тоже производственный город, так что надо бы тут слонов тоже сделать. Но меня армии Колумбии и Галлов не пугают, а вот армия Вавилона пугает, потому что она современная. Я поэтому иду в мушкетеров. И тут этот вот... Видите, что делает? Слон практически ваншот. Ну тут я мискликнул слоном. Фига себе, там Кардифф город берет. Я не могу этих копейщиков убить никак. Это просто какой-то бред. Не ищите разведданные, он открыл. Я вот с этим не могу ничего сделать. Блин, рейнджеры, это охренеть. Блин, ну мне может с ним все-таки заплатить ему дань? Я не знаю. Он просто все мои деньги хочет. Но это просто очень хреново. Это очень плохая ситуация. Потому что рейнджеры с силой 60, это... Я даже не знаю, это как пушки. А они 45 у них в ближнем бою, да, ну пушки посильнее.
будут. Не знаю, откуда у него этих рейнджеров, почему он именно их... А, я... Не, подожди, пушки тоже не требуют. Ну, потому что он в них вышел, он их может строить, он их вышел этими нарезными стволами. А тут надо два форт построить. Вообще не видел, чтобы компьютер форты строил какие-то. Когда... Хоть когда-нибудь... Да, Колумбия все карты мне спутала, при том, что она мне ничего сделать не может. Я буду стоять. Просто если ты раненый, то и сила города уменьшится. Я лучше так постою здесь. Надо отходить, иначе убьет. Так, так он мне все разграбит нафиг. Пускай атакует, он в лесу стоит. У меня, видите, плюс 10 к силе. Меняем местами. Так, тут лечимся. Уже подходим. Поселом. Ну, давайте, наверное, все-таки. Я думаю, что надо сюда ставить. И сюда. И на камень. Стоит, стоит, стоит. Открытые границы с Византией, чтобы к нему караваны пускать. Так что так, два хода до закончения стен. Ну, блин, просто это сейчас заходит, начинает грабить мне коммерческие районы, так? А он хочет за мир вообще все. Ну, давай, предположим, мы ему дадим красители, дадим все влияние. Ну, то есть то, что мне, как бы на меня вообще никак не влияет. Так, лошади ему не нужны. Давайте... Ну, у меня 3 селитры вход, да? Вообще, да, мушкетеров еще далеко, так что можно и всю селитру отдать. Вот, 16. Потому что деньги-то мне важнее. Так, ну вот это, пожалуй. Ну, потому что там невозможно стоять против вот этого. А, у него вон уже и мушкетеры. Ну, правда, он у кого-то их взял, наверное, у Занзибара. Но тем не менее. А с этим можно совсем воевать. Ну, я, конечно, сам ошибся, что ему. Так, это как какие-то ГГшки там. Я сам ошибся, что дал ему ресурсы. Он поэтому мне войну и объявил. Да, блин, это, конечно, ошибка из ошибок. Так, с чего начнем? Ну, я даже не знаю. Давайте, наверное, Виктора, во-первых, пересадим в Хуалы. Так, теперь этот куда добежит? Недалеко, а этот тоже недалеко. Так, ну эти сюда и
сюда, предположим, да? Теперь мы можем кого-нибудь убить из этих юнитов? Ну, я бы по арбалету стрелял, как по стреляющему просто юниту. У нее самая меньшая защита. Так, тут лечимся, стоим. Что у нас здесь? А с кем я еще в войну вступил? С Венецией. Ну, Венеция не страшно. Просто думаю, ну, теперь уже стоит ли мне с Кардифом мир заключать, потому что я ему все расфигачил. Уже все юниты, похоже. Но я двумя слонами не возьму. То есть мне все-таки стоит... Ну, точно стоит генерала перебросить. Да, наверное... Переброшу этого слона. Этим слоном просто помогу тут город поставить около бухты Халонга. Торрес дель Пайна. Так, три хода, и мне не хватает... Одного очка не хватает. Тут кто-то должен быть еще, по-моему, какой-то... Да, еще какая-то цива должна быть. На моем континенте, похоже. Два посла. Ну, давайте Кумаси союзим. Так, и по идее... А, ну Кумаси, по-моему, в города-государства надо отправлять, чтобы культура была, да? Любому городу-государству, да, но тем не менее. Торрес дель Пайна хорошее чудо, оно удваивает. То, что город осажден, пофигу, он 41 силе будет мечниками и арбалетом ковырять до скончания времен. А я еще 4 хода мне до мушкетера и Дратуте вообще не берущийся город. Блин, может все-таки оружейную построить? То есть это быстрее будет даже порох открыть. Да, давайте оружейную, я тут слонов и так делаю. Так, отремонтирован кампус, 66 науки вернулось. Что нам теперь? Промышленная зона. Плюс один там, акведук. Ну. Я бы, честно говоря... Сюда акведук вставил, сюда промышленную зону. Но пока не в этом городе. Давайте я в этом городе сделаю рабочего. Потому что тут очень мало производства, а я не обрабатывал, потому что с Вавилоном война была. Вот за счет чего он меня не любит? Просто неизвестная причина. Минус 2. И все. Просто минус 2. У остальных больше. Там минус 6. Здесь возле них не любит цивилизация, у которых меньше военных юнитов, чем у него, и понизу. То есть у всех остальных даже больше неприязни, чем... Ну вот Византия тоже минус 2. Однако воевал со мной почему-то Вавилон. Масик кто-то перекупил, ну ладно. Я туда влил
Колумбия вообще ничего не делала, что ли, этот ход? Такое ощущение, что они тут так, как стояли, так и стоят. Так, откладываем порох. Да, нужно в универы пойти. Хотя ни одной научной ГГшки не найдено мною. Так. Пытаемся. Убить вот этого парня. Блин, и не сдох. Нормально вообще? Ладно, этим подойду. Ай, блин. А, ну все, я этим... А, господи, как через жопу! Я проверяю просто, чтобы... Никто не мешался на всякий пожарный. Зря только этого слона двигал, получается. Так, давайте арбалет проатакуем. Так, у Маси это все ясно. Где мне за два хода еще одно очко? И нет. Так. Не пойму. А вот если я... Смотрите, если два хода оружейные, то есть я не успеваю открыть мушкетеров, да, и использовать селитру. Блин, где же мне взять? Может, встречу еще эту циву? Ни одного очка не хватает нормальной. Я не хочу в темную, потому что у меня города будут отваливаться просто. Может помириться таки с Кардифом? Ну вот слушайте, ну мне ж нечем его брать. Один ход остался. Ай, блин. Что-то сложно. Так, великих людей, естественно, тут никаких не накопилось. Не, я пока селитру, пожалуй, не продаю. Как скатывается в нищету, спрашивает меня чувак, который требовал 33 золота в ход. Опять что-то, то, что нас не касается. Катастрофическое наводнение. Но это, наверное, не у нас. Ух ты, религиозная агрессия против Византии. То есть Византия чей-то священный город обратила в свою религию. Плюс 2 к жилью во всех городах. Ну, наверное, пока ничего не меняем. Так, а в каком городе-то? Неужели это в моем городе сейчас?
Вот в каком городе сейчас погибло один население? Но вот тут было, неужели это моего города касается? Это что-то бред какой-то. Вообще даже город не рядом. Что-то как-то гнобят нас тут, нас обижают, Джакоб. Унижают нас, унижают, Джакоб. Да, вот эти, кто-то в комментариях писал, что надоело, что как слоны трубят, это да. Слоны реально напрягают своим трубежом. Ну что, это следующим ходом, не пойму, или все-таки еще ноль ходов? Не знаю, стоит ли Виктора качать. Мне кажется, мы от этого и без Виктора нормально отобьемся. Лучше какой-нибудь еще Губера взять прикольного. Тот же Сайгон, чтобы, например, Рейну, чтобы клетки быстрее покупал. Да и просто у нас могут города начать отваливаться, например. Так, тут вьетнамские боевые слоны я завершил. Давайте все-таки рынок. Мне деньги нужны, чтобы апнуться. То есть, если еще один ход, то я, конечно, выйду в золотой век. Я просто апну мечника в... Блин, а миселитры не хватит. Театральной площади. Плюс 2 к жилью. Стоит ли что-то менять? Ну, жилье мне точно не надо. Анкорват я тоже не буду строить. Пошли в гильдии. Есть ли шанс 10 населения? Ну, в принципе, кое-какой есть. На самом деле, мало рабочих делаю. Ну, почему я мало делаю рабочих? Потому что у меня война постоянная. Так, давайте еще раз глянем, что я точно не могу сейчас никак получить... Перекупить никакую ГГшку я не в состоянии, да? Да, это ничего не даст. Лошадей и железо я уже использовал. То есть у меня следующее надо использовать селитру, а это только я открою следующим ходом. Никаких великих людей я взять не могу. Блин, тут Мали, конечно, на торговцев у нас. Хотя у меня, кстати, больше очков великих торговцев, чем у Мали идет. Не могу. Губернаторы не могу. Новое правительство следующего не могу. Да. Ну все, смотрим.
Просто в темном веке будет тяжело. Нет, я, конечно же, селитру не продаю. Блин, мечниками, это, конечно, мрачно. Плохо. Так, ну, давайте вообще глянем. Ну, опять же, зависит от того... Как вы, в какие века вышли мои соседи? Блин, героический. Это вообще трындец сейчас будет. Минус 11. Но мне надо сюда опять сажать губера. Хоть какого-то. Так, наверное, реформа денежного обращения. Каждый открытый новый континент. Хотя это тоже неплохо. Каждый открытый новый континент. Я, по-моему, только два континента я открыл. Три. Блин, а сколько еще должно быть? Ну, я, наверное, не успею за эту эпоху поплыть к другим. Каждый открытый новый континент и чудо, да? И чудо природы. Ну, чудес природы я уже тоже нормально. То есть это шанс только, если я приплыву к тому континенту и что-нибудь открою. Сомнительно. Реформа денежного обращения, это точно у меня будут торговые пути и даже вероятнее, чем монументальные. Ладно, давайте надежные. Хоть что-то, что дает реальные очки. Блин, ну как так? Вот смотрите, объясните мне вот эту логику игры. Был построен рабочий. Был построен рабочий. Мечник стоит в городе, ну, в фортификации. Почему? Я же по логике понимаю, что как бы у меня вот переносит сюда, потому что рабочий построен. Почему выбран мечник? Почему я им хожу? Просто это, то, что я убрал мечника, это снижает еще лояльность. Я поэтому возмущаюсь. Такой бред иногда игра выдает. Ну, господи, как тяжело все-таки с управлением. Сколько лет прошло? Я, пожалуй, добью мечников, чтобы он тут не тусил. Да, еще и Хьюэ, блин. Да, ну тут, я так понимаю, что этот в нормальном веке, да, это еще терпимо. Так, ну мне очевидно, все-таки Рейну... Нет, давайте мы Виктора в Куанг-3 вернем. Но он мне как-то никак не помогает. А Рейну, наверное... Блин, а если я Рейну отсюда уберу, то тут будет... Нет, тут 26. Не-не-не, Рейну можно. Давайте Рейну тогда в Хюэ. Нарезные стволы прокачали. Потом пойдем сюда вырубать. А у нас с Венецией еще бита. Или встать лучше на... Давайте я встану на лошадей. Не хочу, чтобы они мне грабили их.
Так. Вот здесь бы я стены отремонтировал. Сначала. Пожалуй, еще строителя. Здесь оружейное готово. Тут стены можно пока не ремонтировать, сразу строителя. Блин, давайте поставлю карточку на... Я где-то еще строю? Да, я тут слона строю. Блин, не хочу... Ладно, я бы тогда через два хода госслужба. Я не буду дожидаться 10 жителей. Я ее так открою. Поэтому поставлю... Блин, а может мне в торговую республику идти? Ну, в любом случае, я госслужбу сначала открою. То может и в торговую республику прямо, потому что две каравеллы я точно не сделаю. Поставлю пока вместо скидки, да, поставлю... Подождите, когда у меня будет рабочий, как раз два хода, да? Поставлю новый строитель, получают два заряда. А потом через два хода построится здесь слон, и я... Как раз через два хода заменю на скидку на улучшение юнитов, чтобы апнуть в мушкетеров. Да, пускай постоит, полечится. Тут строитель завершен. Так, ну я тань тут буду делать. Давайте пока еще строители. Я хочу все-таки везде строители. У меня отсталость именно из-за хренового развития городов. У меня только хорошо развита столица. И, собственно, все. Так, и у меня не с кем торговать, да, естественно. У всех по единице всего. Гипс, два гипса только у Вилона, но он красителя меня не возьмет. Тем более, что я ему и так их дал. Процентов к производству зданий в этом районе. Давайте за промышленность. Ну, у меня нечего, я все отдал Вавилону. И стоимость производства снижена 50% за производство, в общем-то. Я боюсь, сейчас какую-нибудь хрень пройдет. С другой стороны, так. Кампус. Ну, тоже нормально. Я как раз, по-моему, в универы иду. И снижено 50%. Ну, слушайте, в принципе, это не... Да, я как раз универы открыл. Надо все в кампусах построить будет сейчас. Не, хочу с карточкой все-таки. Что-то как-то дорого. Не с карточкой. Так, кого я тут хочу убить. Так, этого отправляем сюда. Чтобы тоже вырубить на... Так, этим отойдем. Чтобы арбалет не обстреливал. И этим тоже отойдем. Да, сюда отойду. Есть производство. Ну, тут у нас... Венеция прется,
Хай нападает мечником, вообще не жалко. Ставим город. Бухта Халонг позволит довольно быстро тут развиваться. Я вот думаю, может тут строителя купить? А с другой стороны... Мне пока нечего им обрабатывать. Так что, наверное, все-таки будем строить пока. Так, ну мне сюда бы город поставить. Ускоренное мореходство. Так, я иду в банковское... Нет, давайте уже вот эти откроем. Техи по одному ходу. Банковское дело, гильдия. А, вот зачем я в гильдии шел. Ну, надо гильдии, да. Давайте после госслужбы все-таки гильдии, потому что банковское дело ведет к экономике. Я смогу два банка построить и, собственно, экономику ускорить, я в нее пойду. Ну, то есть я хочу именно вот корпорации вот это вот все делать. А не воевать, как тут меня заставляют всякие сволочи. Что у нас тут с кампусом? А, слушайте, межсредневековые ярмарки... А, я их открыл, я могу теперь лес сажать. О! Так, поэтому давайте еще строителя и давайте, в общем-то, реально... Вот тут у нас кампус будет. Значит, я Тань построю, потом строю дипломатическую здесь. Потом здесь мне надо лес посадить, чтобы кампус нормальный был. Тут будет на, ну, плюс 3 как минимум. А если я ромашку сделаю, то еще и больше. Так, вот тут надо... Купить клетку, вырубить и Тань поставить. Да, я сейчас убираю похоже... Не, не должен вообще-то убирать, ну-ка. Да, не должен, потому что вот тут и вот тут у нас тропические леса. Так, теперь добавляем Тань. Плюс 4 будет, кстати. Плюс 4 культуры за соседство с двумя районами. Очень неплохо, имхо. ...148 сила боливара. Пойти его, что ли, убить нафиг? О, опять у меня с Вавилоном хорошие отношения. Блин, у нас уже дружба с Вавилоном. А с какого хе... Вот почему он мне тогда объявил войну? Объясните мне тогда. Я просто не понимаю. То есть... Очевидно, это было, потому что я ему продал 10 лошадей, хотя я лошадей так и не увидел в итоге. И он внезапно решил, почувствовал силу такой. Ну все, 10 лошадей, все. Все, всем хана. Я не хочу городом убивать. Я хочу слонами убивать. Я хочу убивать слонами. Так, юниты я везде построил, поэтому можно ставить карточку на скидка в золоте на улучшение. И у нас появляется... Мушкетер. Здесь, наверное, можно не улучшать, потому что очевидно, что у нас в ближайшие 30 ходов теперь войны с Вавилоном не будет.
Подхожу, потому что, чтобы они через реку меня атаковали, во-первых, а во-вторых, чтобы они не становились на кукурузу, на которую они полечиться могут. Так, ну поперли, я так считаю, на Колумбию. У него 148 сил, это я даже не знаю, что там. Три арбалета. Эти стоят, лечатся. Ну, я, правда, нам надо глянуть, на самом деле, есть ли у него там стены. Кстати, вот такое большое количество селитры мне тоже в плюс, потому что мой пантеон дает плюс производство от этого всего дела. Слушайте, а давайте в Чакьеу поселенца сделаем следующим. А, 12 ходов. Да, это много. Так, пошли лесопилки делать. Три хода. Ну, наверное, пора уже промышленную зону. А, посадить лес. Надо. А тут как раз вырубить. Давайте еще одного строителя, тем более, что он один ход делается. Так, ведук готов. Блин, мне так... ну, да, промышленную зону, конечно. Так мало счастья в этой игре почему-то. Что торговать не с кем. Ну, тут недовольство, но я все равно продолжу. На рост поставлю. Да, но выглядит, что я по идее, могу в этой эпохе очень даже попытаться в героический век перейти. Боже, тут за меня такие религиозные войны происходят. Дикие, дичайшие. And all I ask is a tall ship and a start. Венец такой фигней занимается. О, прикол. Да, стен у него нет, я могу вам сразу сказать. 58 сил, но это тяжеловато. Плюс 10 против городских атак. Зона контроля мне тут нафиг не нужна. Серьезно, он Вавилон пошел Кардив брать. И он, кстати, его возьмет, потому что я ему все юниты там убил. Давайте, наверное, через ферму. Так, здесь сажаем, здесь вырубаем. Ну что, делать акведук сразу два хода? Блин, у меня универ... Давайте универы лучше. Просто сразу. А, слушайте, вырос Тханглонг до 10. Блин, мог отложить открытие на самом деле. Так, ну я союз хочу. Правда, я боюсь, что... Не, шумер должен быть уже в союзах. Шумер должен быть уже в союзах. Гильдиями я, по-моему, банковское дело ускоряю, поэтому сюда пойдем. Так, давай, шумер, союзец есть? Есть. Экономить. Так, а какой мне лучше? Может, научный?
Давайте лучше научный я с ним. И он мне... Слушайте, а почему перестало... Вот, слушайте, он мне готов что-то заплатить, но перестало работать реально... Теперь они заставляют вот это искать. Вот, однократно 8. Сотка просто не проходит, он как бы ничего пишет, и все. Блин, я бы в Данхое, конечно, лодочки бы построил. Нам надо искать других ребят. Слушайте, а вот здесь давайте в очередь на... Да, и я здесь апну, пожалуй. Это для того, чтобы повысить лояльность. Более сильный юнит повышает лояльность. Не знаю, наверное, постою пока тут. Вдруг Колумбия приплывет город ставить. Так, кампус, кстати, у нас вот тут нормальный встанет, получается. Тут вот соседство... Ну, относительно нормальный, давайте. Не буду говорить прям нормальный. Тут промышленной зоны нету. Плюс 3, но это... А, ну, в принципе, а чё я... Тут как раз будет промышленная зона. Стоп. Давайте поставлю, но... Да, выглядит так, что промышленная зона сюда. Сюда кампус. Сюда можно акведук, получается, будет... изобразить. Ну так, пока предварительно. Ну, торговца. У меня открыты хоть какие-нибудь города? Да, Вавилон открыт. Вот мне в Вавилон нужно посылать караваны, конечно. Да, что-то как-то... Ну, я воюю постоянно, поэтому тяжело. То есть просто постоянные войны. Стены колумбиец не начал строить. There is nothing but a plank between... You can't go around arresting the Thieves Guild. Бонусы от промышленной зоны, от центра коммерции. Ну... У меня ни одной промышленной зоны еще нету. Центр коммерции приносит там по плюс 2. Я не думаю, что это имеет смысл ставить. Вот я думаю, что вот это можно убрать. По-моему, я, по-моему, все... А, еще вот этот чувак есть. Я вообще проверю, что я всех апнул. Да. А, селитры не хватает, блин. Мне бы две селитры сейчас у кого-нибудь выцегонить, чтобы карточку поменять просто. Очень неохота, собственно, ее держать дальше. Блин, или в торговую республику пойти. У меня очень... Ну, точнее, я построю когда-нибудь две каравеллы. Давайте лучше в торговую республику. Но это будет очень нескоро. О, торговец. Мгновенно строит в этом районе банк и рынок. Я думаю, что вот этого торговца как раз можно на корпорации придержать будет. Вот этого как раз мы не тратим, а придержим на корпорации. Как где-нибудь тут стоит. Так, вот этим парнем высаживаем лес. И сразу, в общем-то... Ставим промышленную зону в очередь за универом. Потом акведук. Так. Еще губернатора могу назначить.
Магнус тут, конечно... Давайте думать. Лян на воду... Ну, вряд ли. Хотя, слушайте, может и нормально будет. Но мне надо лян, чтобы дополнительные были заряды, так? Пингала в Тхалонге правильно сидит. У меня самый большой город. Если с дополнительной зарядки, может в Чакьеу пока посадить лян. Я бы, кстати, вот здесь дипломатический район, правительственную площадь начал бы строить. У меня есть деньги купить клетку, а она нужна мне. И тронный зал мне нужен. Видите, здесь не убирается, опять же, лес. Очень важно. Да, я понимаю, что это, этот хотел, но... Я подожду следующим ходом куплю... А, блин, у меня денег не будет пока. Ладно, я пока поменяю карточку, не буду я этого уже последнего менять, этого делать. Надо содержание юнитов ставить, и я лучше попробую кому-нибудь селитру продать. Хотя бы на одно удовольствие, может быть, довольство в гарнизонах поставить. Нет, 29 от юнитов надо на юниты. 20, минус 9 убрал. Видите, пока я 16-м Хамурапи плачу. А теперь я хочу продать кому-нибудь ресурсы. Лошади, наверное, уже никому не нужны, да? Византии не нужно, у него максимальное число. И Мали никому ничего не нужно. Больше всего денег у кого? Ну, я не хочу Вавилону продавать, вообще, честно. Я бы, наверное, только либо Византии, либо Мали, потому что они не мои соседи. Вот давайте Византии. 12. 7 и 1 вход. Друзья, 24 ты в этот раз. Хорошо, вот если по одному. Давайте по одному в данном случае. Потому что... Шесть. Ну вот так по 6 я бы... Блин, мне сколько там надо, чтобы выкупить эту еще клетку? Я бы вырубил здесь лес сразу. 55. О, хватит. Нормально, мне это нравится. Потому что мне уже вот сейчас селитра ни на что не нужна. Я вряд ли опять же захвачу Колумбию, но напрячь его имеет смысл. Так, я хочу здесь дальше обрабатывать клетки, пожалуй. Так, тут производство. Мне надо на производство все делать, потому что у нас... нехватка не жилья на самом деле. Да, давайте я сразу пойду, может, сюда. Или сделать ферму. Нехватка не жилья, а довольства. Раз нехватка довольства, то есть я не могу это просто повысить. Мне нужно где-то довольство брать, мне его некуда брать. А значит, надо производство повышать в городах, ставя улучшение на производство, потому что у меня все города фокус на производство стоит. Не очень сумбурно объяснил. Так, ну-ка глянем. Как у нас Вавилон. Да, блин. Да, в Барсипу. Даже просто два производства от районов. И я еще два производства в Сайгоне получу от того, что туда отправлю. Кумаси хочет торговый путь, но не хочу пока туда отправлять. Союз с Вавилоном будет... Сделает наши обе державы процветающими. Пошли сначала шахты сделаем. Так, здесь... Тут у нас идет ромашечка.
Ромашечка, какашечка, сказал бы кто-то менее воспитанный, как я. Но я про говно ничего говорить не буду. Зачем? Я только могу про Вавилон так говорить, потому что, конечно, просто на ровном месте. До сих пор не могу простить. Ну, наверное, стоит... Стоит здесь лесопилочку поставить. А давайте уже подходить и обстреливать вот эту фигню. О, сразу уровень еще. Ну просто нам нечего обстреливать. Хотя... Я вот так встану. Вот это обстреляю. Пока стоит. Просто если он стены... Ну я не вижу, чтобы он стены строил. Когда стены строятся, это видно на модели города. Так, дальше просто не проходит. Стоим тут. Надеюсь, он там... А, я могу вот так встать. Просто я думаю, если тут появится юнит какой-то при строительстве, то захватит... Не захватит генерала, он его отбросит сюда. Я хочу, чтобы он следующим ходом на все вот эти юниты влиял. Генерал, я имею в виду. Так, а что ж тут с районами делать? Где нам тут промышленную бахать? Но это все по плюс одному. Но я бы, наверное, все-таки думаю сюда промышленную, а сюда акведук. Получается, нам надо здесь лес сделать. И пока все, как и все. Серии. Нет, Туринскую плашеницу мы не будем сдавать в Византию. Хотя ее место там, конечно, в славном граде Константинополе. О, слушай, ну он может этой хренью мне разбить. Но это мы уже увидим, захватить этот город. Но это мы уже увидим в следующей серии, хорошо? Напоминаю, что спонсоры могут сейчас уже пойти поискать во вкладке сообщества продолжение для всех остальных. Оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.